Всем здорово! Сегодня, короче, у нас будет необычное видео. Сегодня я буду ставить первый в своей жизни дизлайк. И единственный, надеюсь. И этот дизлайк должен быть эпичным. То есть это не просто на какое-нибудь видео, там, не знаю, там, где детям дарят подарки, и они их открывают. Нужно поставить дизлайк на канал, у которого очень много подписчиков. Ну и первым делом мне в голову приходит, естественно, Ивангай. Ванек, здорово, ничего личного, мне нужно поставить дизлайк просто. Ты уж нет, не обессудь. Ну ладно, так, заходим на видео, как вот к Ивану Урганту сходил. Вот он так, ладно, понятно. Ну что, дизлайк. Так, что? Да. Да. Да-да, блин! Конец! А, твоя душа будет моя! Ну это мы посмотрим. Только это, слышь, одно правило. Давай друг другу по яйцам не бьем, окей? Да, и бьемся до первой крови. Окей. Раунд 1, файт! Скажи спасибо, что я кирпича с собой не позвал. Спасибо. Да без проблем, братан. Слушай, Макс, а чем мы вообще тут занимаемся? Блин, в натуре, слушай, что-то бред какой-то. Кровавая битва блогеров. Ха, звучит как название для нового челленджа. Мы, короче, как-то эту всю тему начали. Я думаю, надо как-то все это дело закончить, да? В общем, есть одна идея. Смотри, короче, скачиваешь, открываешь UC-браузер, в нем офигенная игра есть. Игра через мобильный браузер? Ну, она полчаса будет открываться. Не, это шустрый браузер, в нем все летает. Тэпаешь на баннер с игрой, открывается файтинг и устраиваем бой, в котором никто не пострадает. UC-браузер. Больше скорости, больше возможностей. Ищите в Google Play и App Store.